Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Каждый день здесь мы рассказываем новости о том, что произошло в мире знаменитостей и звезд. Не забывайте подписываться, а мы начинаем новый выпуск. Именно потери и утраты в мире российского кинематографа в последнее время заставили нас все чаще говорить именно о печальном и скорбном. К огромному сожалению, невероятное число звезд ушло буквально за последние полгода, и череда утрат никак не может прекратиться. К огромному сожалению, сегодня еще одна потеря для всех, кто любит и ценит и советский, и российский кинематограф. К огромному сожалению, навсегда ушел легендарный кинооператор Борис Бражовский, который подарил нам такую ленту, как «Холодное лето 53-го». Весть о его уходе рассказала актриса Нина Попова, его вдова. За свою творческую карьеру он снял более 40 ярчайших картин и фильмов, и вот, к сожалению, мы вынуждены с ним проститься. Каждый день на этом канале мы говорим о звездах. Не забывайте подписываться и берегите себя.